С утра не жарко в Кейптауне? Игорь одевается. Вообще не жарко. Потеплее. Друзья, мы сняли на просторах Африки кучу всякой живности и постарались показать вам ее. Но вот сейчас мы приехали в место, где должна быть подводная живность. Которую мы будем снимать над водой. Да, южноафриканские дельфины. Ой, дельфины. Пингвин. От настоящего уральского охотника не скроется никакая добыча. Ребята, хотели посмотреть пингвинов? Смотрите, пингвин сидит в норе. Наверное, яйца высиживает, кстати. Или вылеживает. Так, что там у нас происходит? С таким интересом она смотрит. Ага. Мы идем прямо по следу. И сейчас найдем, где они обитают. Смотрите, пингвины купаются. Не просто купаются, моются. Вот они. О, вода холодная, пипец. Вот здесь в зарослях в ближайших много лежат вообще. Еще, да, много. Мы думаем, что мы всего 10 штучек увидели, их тут по кустам распихано много. Вот они. Видите, все вылеживают яйца. Подошли к ним буквально на 1.5–2 метра. Они не боятся. То есть, ну, когда на яйцах лежат, они сидят, понятно, а когда просто ходят где-то, они уходят от тебя потихонечку. Ребята, мы забыли сказать, где находится это чудное место. По пути из Кейптауна на мыс Доброй Надежды, примерно посередине, вот эта колония пингвинов, она обозначена на всех картах, вы можете ее найти. Ну и будучи в Кейптауне, посетить это место. Мы сейчас увидели еще каких-то животных, кроме пингвинов. Идем их посмотреть. Сейчас увидим. А город называется Симон. Симонс Сити. Да, мы никак не знали, что Серега тут уже городочек себе отстроил. Да. Дон Симон. Дон Симон. Серега, привет. Вот эти мелкие хомяки, которые называются Дасси. Носится тут, как эти, горелые. Эй, носится по деревьям. Сейчас залезет сверху и покакает. Друзья, вот пришел наш ведущий передачи «В мире животных». Мы ведем наш репортаж из колонии пингвинов из Южной Африки. Вот здесь один пингвин, который самый агрессивный. Вот, видишь, он себя как ведет. Не очень хорошо. Мне кажется, совершенно невоспитанный. Я? Он. Он? Он, видишь, он когда агрессивно, он ложится. Да. То есть он не стоит, он ложится, и снизу тебя на тебя шипит. Отлежит, отдыхает, просто красавчик. Ничего ему не надо. Мы находимся на мысе Доброй Надежды. Это одна из ключевых точек, одна из ключевых достопримечательностей ЮАР и Кейптауна. Ветер очень сильный. Это место раньше называлось мыс Бурь. Но потом один из правителей этого региона сказал, что это создает негативный имидж этому месту. И моряки стараются обходить его стороной. И они переименовали. Теперь это место называется мыс Доброй Надежды. Cape Good Hope. Но, как вы видите, от этого, по сути, ничего не изменилось. Везде солнце, здесь только что прошел дождь, очень сильный ветер, ну и такая погода, очень достаточно прохладная, градусов, наверное, 20. Хотя в Кейпе только что было плюс 25. Это было часа 3 назад, когда было там часов 9, наверное, утра. В общем, мыс Доброй Надежды.
Дастер, мы красавчики. Добрались до сюда. Ребят, вот эти друзья не стесняются никого. Привет. Приятного аппетита. Наступает момент грустный, момент расставания, момент отчаливания на родину. Отчасти он грустный, отчасти счастливый. Счастливый в плане того, что наконец-то я вижу детей и жену. Грустный то, что впереди у Романа еще несколько интересных стран, в которых, к сожалению, в этот раз я не побываю. Все, Игорь улетел. Вчера к нам прилетел Алексей из Беларуси, и мой старый друг, знакомый. И мы с ним вместе едем дальше по Кейптауну. Я надеюсь, дальше будет не менее интересно. Так что поехали.